Сегодня, я думаю, большое событие как для нашей команды, наверное, так и для Подмосковья. Сегодня мы подписываем контракт с Валерием Геннадьевичем. Так как не глядя? Не глядя, как получится. Крестик поставь. Крестик, да. Потом цифру переделай. Для кофе, для кофе. И уже можно будет подписать на нас. На вас крестик. Здесь у нас обняли цифру устроила. Рад, что могу трудиться на благо родного. Это нет, ну, не высокие какие-то слова, не высокопарные, а действительно на благо родного города и региона. Олег Геннадьевич, были еще какие-то предложения? Вы во многих клубах засветились, так сказать, да? Сейчас нет смысла в этом, да. Расскажите по игроковскому, подписали, подвели. Ну, могу говорить о ребятах, с кем мы договорились о продолжении сотрудничества. Наш капитан Алексей Семенов, Женя Катичев, швец роговой, Павел Лукин, Игорь Головков. И, ну, можно сказать, что Хорок, естественно, есть очень контракт, он будет в команде. По остальным ребятам пока определенности нет. Были разговоры, что вы можете перейти в «Динамо». Имели они по свою почву и... Пошло и закончилась ли эта тема? Я был не в курсе. И сейчас ничего не знаю. Никакой почвы нет. Удочку закидывали из «Динамо» вам? Удочку? Да. Чтобы прощупать настроение. На рыбалку не собирали. Игорь, закидывали? Я не рыбалку, может, поэтому не обращались. Алтанин уже подписал контракт. Возможно, мы не исключаем такой вариант, что подпишет Ержабик, Кемпи, а может быть и Сеттери. В общем, изменения, конечно, будут. Работу будет вести так, чтобы команда не стала слабее, а наоборот стала сильнее и более уверенно себя чувствовала в плей-офф. Какие нюансы контракта можете рассказать? Вот, что там... С Валерием Геннадьевичем? Да. Ну, контракт рассчитан на 2 года. Поставлены определенные задачи, не просто выход в плей-офф, потому что аппетит приходит во время игры, но уже идти дальше, проходить первый круг, ну и бороться дальше.